И плюс у вас есть еще возможность дополнительно что-то дорепить, еще какие-то помощи, чтобы больше было шанса на ваш выигрыш. Вот так вот. Всем понятно, все. Отлично, замечательно. А теперь давайте вот так вот красиво скажу поприличие, вы поаплодируете. Все, добрый вечер, Бесянка! Да, вот, класс! Вот, вот. И в данный момент, раз уж ты стеснялась в прошлый раз, такая красивая, я не стесняюсь тоже. Да, мне нужен один зайчик. Котик, рыбка. Тын-тын-тын. Ай, давай, пойдем, шариком красивым. Пойдем. Во-первых, запрыгивай наверх. Ты есть. Как зовут тебя? Даня. Даня, молодец, Даня. А повернись туда вот человеком. Да, видишь, они сейчас смотрят, помахаем шариком. Скажи, здрасте. Я буду решать вашу судьбу сейчас. Я Даня, но я уже большой человек, потому что от меня зависит все. Смотри, Даня. Я здесь. Звук там, я здесь. Твоя задача очень простая. Тебе надо будет сначала вращать вот этот вот барабан. Вот этот, видишь, он крутится. Вот. Крутить. Потом, когда я скажу слово, мы откроем дверку, и ты достанешь одну бумажечку. Договорились. Красавчик, давай, вращай. Давай. Тын-дын-дын-дын-дын. Да, как хочешь, быстро, не быстро. Спасибо, Даня. Даня, молодец. Вырос быстро, не по годам. Значит, теперь готов? Помнишь основную задачу? Достать одну бумажечку. Интрига. Боже, как стрельник. Смотри, открываем дверку. Залазь. Решил далеко не ходить, да? Вот так вот. Окей. Читать умеешь? Да. Так нет или да? Он кричит нет, а он, видать, что-то уже знает больше. Читай мне. А где здесь номер наш? Тын-тын-тын. Вот это вот. Цифры читай. Я понял. Хорошо. Итак. Вот этот вот же, правильно, номер? Да. 0, 2, 1, 6, 2, 6, 8. Виктория. Ирина. Красава Виктория, да. Это вы, класс, друзья, во-первых, можно аплодировать. Громче. Виктория, как раз, знаете, чего я сам. Итак. 0, 2, 1, 6, 2, 6, 8. Да, и документ. Он хочет вас увидеть. Я не буду говорить возраст, который там написан, честно. Я просто сам как посмотрю. Да, конечно. Да, Краснова Виктория Николаевна. Данечка, во-первых, ты красавчик. Дай 5. Есть, молодец. Во-вторых, стой. У нас для тебя есть некий подарок, который ты абсолютно полностью заработал. Держи, тебе вот такие вот печенюшки. Вот и свет, да. Отлично справился со своей задачей. На теперь, Виктория, переходим к вам. Во-первых, есть друзья здесь с собой, родственники, кто-то. Отдайте им сумку. Сразу же. Сюда поставьте. Ну, последнее, чтобы ничего не было. Нет, ладно, пока они не вернутся или нет, я надеюсь. Нет, он занят. Вот там человек занят. Лист, ладно, хорошо, забыли, проехали. Так вот, значит, смотрите. Вот здесь будет ваша стартовая линия. Когда? Я скажу, раз, два, три, поехали. Вот сейчас объясню, подождите, все постепенно. Что ж вы, девушки, такие сразу же с места в колени? Вы забегаете вовнутрь, у вас будет ровно 60 секунд. Так, 60 секунд, черт. Так вот, за эти 60 секунд хватайте практически все, что видите. Единственное, что вы должны остаться в пределах сад и огород, вот, садового центра всего. Там вот маленькая поправочка, там есть спорттовар. Они не относятся к судовому центру. Это не сад. Вот. Все остальное, тяпки хватайте, что-нибудь вот это вот все можно. Плюс, у вас есть старт, есть финиш. Побежать что-то принести, убежать еще раз что-то принести нельзя. Вот все, что схватили, вот с этим прибежали, здесь вот так сделали. Вот, все, и отлично получается. А если они успели за 60? Я вот сейчас выйду, что ж вы тоже. Так вот, плюс к тому же. Если вы не успеваете за 60 секунд прибежать обратно, кстати, все сгорает. Куда прибежать? Вот сюда, обратно вернуться. Да. Да, мы все увидим, вот, как Виктория прибежит обратно. А я вам буду раз в 10 секунд говорить о том, что 50, 40, 30. Вот. Я буду с вами бегать, я вам больше сказать. Вот. Но носить ничего не могу. Нет, нельзя. Вот, плюс к тому же, смотрите, тащить за собой, что-то волочить, увидели там, я не знаю, какой-нибудь
лежат. Вот так вот за собой тащить его нельзя. Все должно быть на земле, вы должны нести. Плюс, если стоит что-то с комплектом, например, там стульчик, стульчик и так далее, только целый комплект. Одна часть из комплекта не идет. Вот. Понятно? Все сказал? Все сказал. А, ну и только в руках, да, естественно. То есть не надо там в карманы там чего-нибудь там. Есть. Вы готовы? Сумку точно не хотите оставить? Уверены? Недоверчивые люди. Ну ладно, хорошо. Итак, во-первых, я достаю секундомер. Да, друзья, у меня поддержка Виктории, подождите. Зачем? Почему? Нет, нормально все. Да, да, вот это вот все самое главное. Договорились? Договорились. Я чуть не побежал, только что вы пугаете. Еще кто-то воздух выстрелил сейчас. У меня пол барахлил. Ладно, Виктория. На старт, внимание, марш, побежали! Дум-дум-дум, поддержки, поддержки, поддержки! Победительницей акции «Садовый бум». Значит, во-первых, Виктория любит цветы, судя по всему. Чего вы взяли? Фикус. Раз. Есть. Класс. Какой-то цветок, не знаю какой. Красивый. Лилии. Отлично. Подставка, судя по всему, для лилии. Ну что, хватит. Хватит. Класс. Замечательно. Фу. Я извиняюсь, как дышаться. Дайте теперь. Это была отличная пробежка. Да, господа, аплодисменты сами себе, всей Виктории, конечно же, и Виценту. Друзья, на этом первый день акции «Садовый бум» закончен. С вами сейчас, скажем так, разберутся, но в хорошем смысле. 30 числа апреля 2017 года всех вас мы ждем здесь. И напомню о том, что все талоны, которые остались в барабане, будут участвовать в розыгрыше. И все.